Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, забираем свои ежедневные награды. 36 монет, маловато, конечно, но 150 долларов зато. Так, сегодня, друзья мои, все-таки по вашим комментариям я понял, что в событии на Сплинтера мы можем с тобой фармить кунаичи. А кунаичи нам нужна, поэтому сегодня мы будем проходить именно это событие. Так, забираем здесь бесплатно с тобой пак. Нам выпадает крысиный король. Я уже издалека увидел его шляпу с полями. Соответственно, здесь забираем награду. Так, дальше нам нужно поднять уровень персонажа, сразиться в боях и пройти одну серию испытаний. Начнем, пожалуй, наверное, именно с прохождения серии испытаний. Так, смотри, у меня на Усаги очень мало здоровья. Надо быть предельно аккуратным, чтобы, не дай бог, его не уничтожили. Иначе мы с вами потеряем сундучок. Так, ну что, давай попробуем как-нибудь аккуратнейшим образом. Ну, я думаю, что надо здесь, во-первых, сделать наш козырный удар. Я надеюсь, Леонардо успеет. Так, постепеночка висит. Шредер дальше бросает 4. Так, уничтожаем мы Рокстеди. Но вот здесь нужно быть предельно аккуратным. Так, здесь мы с тобой, наверное, бросим торпеды. Это раз. Во-вторых, естественно, сразу же делаем отхил, потому что без него нам, ну, никуда просто-напросто. И, пожалуй, наверное, возьму провокацию. Ну, это на всякий случай. Все, теперь мы в безопасности. Дальше мы попробуем уничтожить змею Карай. Шикарно. Так, клан Фотовиц выпендривается, за это и получает звездюлей. Также и этот. Ну и остается тут Криповский. Криповский не хочет падать. Тогда сделаем вот так. Все, друзья мои, серию испытаний прошли. Теперь черед у нас зачем? Да, мы будем с тобой сейчас искать нужные нам элементы для прокачки нейтрализатору навыка. Так, где он у нас? Давай посмотрим. Там вроде бы не очень много нужно, да? До второй ступени. Да, нам нужно 6 ячеек крынга и плюс 10 ящиков с инструментами. Так что давай попробуем вначале найти ячейки. Одну уже нашли. Так, микроскоп — это не то, что нам нужно. Так, вторая найдена. Давай теперь здесь попробуем. Микроскоп опять. Третья. А нужно сколько? 6, да? Третья. Так, четвертая. Опять микроскоп. Да что ты, ну хорош. Так, пятая и последнюю находим, и все, ребят. Ну давай, 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 не жмись. Так, силовая ячейка крэнгов найдена. Так, а теперь нам нужно еще что с тобой? 10 ящиков с инструментами. По идее, ящики должны довольно неплохо нам выпадать, так что можно попробовать. Так, уже второй ящик, дальше идет третий. У нас пиццы маловато. Пиццы, блин, маловато, ладно, хорошо. Продолжим тогда уже, наверное, в следующей серии или в конце, если у нас останется с тобой пицца. Так, поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 2500, это мало. Этого мало. Ну что, давай на испытание. Эксперт, поехали. Будем, значит, пытаться с тобой заработать ДНК на кунаичи. Шансов, конечно, маловато, но все-таки. Так, Сплинтер здесь у нас 40 уровня. Здесь ему ничего абсолютно не светит. Он один. И он будет дальше один. А мы его будем потихоньку разбирать. Единственное, что нам придется, наверное, все-таки отказаться в дальнейшем от Донателло. Потом уже от Микеланджело. И вот вдвоем вместе Леонардо с Рафаэлем будут его пинать. Пинать — это так злобно сказано, да? Как будто он нам не учитель вовсе, а какой-то супер-шреддер, супер-враг. Нет, на самом деле это наш учитель, я не знаю, ребята. Предположим, что мы пришли в додзе к своему учителю на тренировку. Да, так будет лояльнее, я думаю. Так, ну что, получает учитель Сплинтер звездюлей от Микеланджело, и мы с тобой дальше идем. Это, получается, было второе испытание, сейчас будет третье. А всего их 6. Поехали. Так, ну здесь, естественно, Леонардо сам, значит, прекрасно может так звездануть, что ему мало не покажется. И то, что он блокирует, это все ерунда. 60-й уже уровень у учителя Сплинтера. Давай, Лео, прожигай.
Смотри-ка, он его не пробил. А я думал, что он с одной плюшки его вынесет. Я ошибался. Учитель Сплинтер не так плох, как кажется, да? Хоть он и старенький уже, но звездюльку-то может провешать. Ну что, 3 ДНК мы получаем. И двигаемся с тобой дальше. Здесь уже 70 уровень, как ты видишь, на Сплинтере. Так что давай попробуем. Ага, заблокирует? Заблокировал, ты прикинь? Вот пройдоха-то, а. Так, ну по майке не так легко попасть, потому что у него автоматически вешается уклонение. То есть это его пассивка. Ну, Рафаэль, ну что ты? Что ты? Ты посмотри, а, докопался до Донателло. Давай, Донни. Майки, ну ты-то хоть. Отлично. Ну что, остается всего лишь 2 поединка. И я думаю, что нам, наверное, придется сейчас именно отказаться от помощи Донателло. Я не хочу, чтобы он упал. А он может упасть. Так что давай откажемся от него. Как ты видишь, Сплинтер уже 80 уровня. И он сейчас будет лютовать. Он будет бафаться по полной программе. И плюс у него есть супер мощный удар катаной, который не особо я хочу, конечно, получить. Но, по-моему, это неизбежно. Так, давай пробивным сейчас попробуем. Ага, половину здоровья мы отняли у него. Он понижает мне атаку. А дальше мы попробуем на него повесить постепенный урон через апперкот Рафаэля. Отлично. Так, что он там делает? Вот, это, ребята, опасно. Опасный удар, как ты видишь. Ну, я надежды не теряю, что мы его все-таки сейчас... Твою налево, ты посмотри, как он лютует, а? Есть. То есть такое впечатление складывается, что пора, наверное, на последнем испытании и отказываться от Микеланджело. Ну, серьезно, он очень сильно лютует, плюс у него офигенная инициатива. Вот как ты думаешь, стоит отказываться? Или все-таки попробуем сыграть вместе с ним, но при помощи уклонения? Уклонение нам должно помочь. Я на это надеюсь. Че, давай про... Да ё-моё, сразу же ударил, а? Так, делаем уклоняшку. И офигеть, как он может быть круче Микеланджело по инициативе? Объясни мне. Промахнись. Да, конечно, промахнулся он, ага. Ну что ж, делаем отхил, хотя зря я так сделал. Надо было Микеланджелом делать, вот что. Ладно, здесь попробуем все-таки через провокацию. Чтобы мы, по крайней мере, могли ему... Так, он повесил на себя хил. Сейчас попробую его, называется, пробить. Нифига у нас не выйдет. Плюс у него и так была офигенная скорость, он еще себе ее добавил. Молодец, красавчик, ничего не скажешь. Трындец, да? Ой-ой-ой, что он там делает? Блокирует. Давай, Рафаэль. Рафаэль практически вообще, ребят, не наносит ему урона. Надо нам, наверное, усилить нашу команду, чтобы хоть как-то его пробить. Сейчас, я боюсь, у нас исчезнет провокация, и мы с тобой хапнем горе. Так, я сделаю отхил. Так, и погнали. Вертушку. Не жалко здесь потратить, поверь мне. Вот, половину здоровья отняли. Тихо ты. Да что ж ты неугомонный-то такой, а, Сплинтер? Ну-ка. Раф, давай, будь добр. Отлично. Отлично. Так, что он сейчас? Нет. Ты прикинь, он Рафаэлю сносит столько здоровья. Ё-моё. Он очень сильный. Очень, ребята, сильный. Да что ж ты? Ты видел, сколько мы на... Он неугомонный, ребята. Я просто не могу с ним справиться. Он не дает мне шанса вообще ни на что. Есть. Фу ты, с горем пополам мы его все-таки одолели. Офигеть, ребята. И то благодаря тому, что у него просто спали все его бафы, которые были на нем висели. Да, люто. Ну что, друзья мои, вот он. Эйприл Кунэйчи, да, мы можем с тобой фармить Эйприл Кунэйчи. Но что же вы мне не сказали, что вместе с ней у нас идет очень много хлама. Хлам, я имею в виду те черепашки, которые у меня уже есть. Блин. Понимаете, в чем проблема? Что, как по мне, да я думаю и тебе, будет намного интереснее пофармить все-таки черепашек вот здесь вот, ролевых. Потому что здесь и шансы больше, ну, всего лишь, правда, 2 ДНК. Я, наверное, все-таки рискну здесь, ребят. Вы уж извините, но там шансов маловато. Вот, видишь, уже Донателло ролевой. 2 ДНК. Круто, круто. Правда, сыр у нас закончился. Ну, да ладно, ничего страшного, ребят. Мы с вами в следующей серии попробуем все-таки попытаем счастье, да?
И весь сыр, 72 штуки, сплавим именно на фарм вот этих вот 4 ДНК Кунаичи. Будем надеяться, что нам повезет. Ну что, а мы с тобой переходим на арену. На арене нам нужно с тобой сегодня взять топовое место. Потому что уже, друзья, суббота. Или что, пятница у нас? Суббота или пятница? Ну-ка давай-ка глянем, где мои часики родные. Сегодня суббота, да. Так что все отлично. Ну что, поехали. Суббота. Завтра будет воскресенье. То есть воскресенье... Блин, а я в воскресенье, понедельник работаю в ночь. Боюсь, буста не будет, вот что. Ладно. Авось как-нибудь получится все-таки сыграть. Ладно, здесь мы с тобой ищем 17-24. Вот, есть такое дело. И берем Армагона. Да подожди ты, ё-моё, возьмем с тобой, наверное, еще Зека. Ну, а вместе с ним отправим совсем не слабеньких персонажей. Вот, наверное, вот эту троечку. Здесь у нас нейтрализатор, здесь у нас есть с тобой Донателло, ну и Майки. Естественно, Зек начинает первым. И очень хорошо, кстати, он сходил. Тихо, тихо, тихо. Блин, дебаф, вот это плохо. Вот это не есть гуд. Ну-ка. Красавчик, только вот это вот беда. Зек, молодец, выстоял. Просто красавчик. Так, давай, наверное, попробуем рубануть и добить. Есть. Зэк все-таки устоял. Я думал, упадет, не выдержит удара. Молодец, умница. Ну что же, мы с тобой продвигаемся дальше. И нет, в мастер 3 звезды не вернулись. Буквально чуть-чуть не хватило одного хода. Ладно, не будем грустить. Будем продолжать настаивать на своем и, естественно, прорываться вперед. Спущи нам яростью. Здесь я, наверное, возьму все-таки Леонардо для подстраховки. А если у нас Армагон и Леонардо, значит, можно отыграть и слабых наших персонажей. Хотя бывают такие загвоздки, когда два персонажа не справляются. Было такое, ребята, очень-очень редко, но было. Когда два персонажа применяют супер-ульту, и один персонаж выживает и потом наказывает наших слабеньких персонажей. Но это случается очень редко. Но все-таки процент один он всегда есть. Ладно, двигаемся дальше. И теперь-то мы с тобой как раз в Лиге Мастеров 3 звезды. Так, у нас откатов предостаточно. Я думаю, нам хватит с тобой сегодня рвануть. Давай, наверное, вот это вот возьмем. Так, ну, по-любому придется брать Армагона. По-любому придется... Давай Усаги возьмем, фиг с ним. Возьмем с тобой Усаги. Как ты помнишь, вчера мы прокачали Микеланджело до 5-й золотой звезды. Это очень круто. Нам остается, если я не ошибаюсь, Леонардо и... подожди. Леонардо. Донателло у нас прокачан. Я имею в виду именно космический. По-моему, Лео не прокачан. И Рафаэль. Майки До не прокачан. Слушай, по-моему, Рафаэль тоже прокачанный. Остается только Леонардо, что ли? Да, ну быть такого не может. Подожди секунду, дай-ка я проверю. Проверить это можно через магазин, через предметы и вот эти вот. Да ладно. У нас все черепашки прокачаны в 5 звезд. У-у-у, друзья мои. Ну что же, я поздравляю нас, а знаешь с чем? Во-первых, нам теперь не будет надобности проходить испытания на черепашек космос. То есть испытание на Армагона автоматически отпадает. И у нас с тобой следующие новые цели — это Шинигами и Шреддер. То есть два персонажа всего лишь осталось у нас с тобой открыть за монеты. Ну это круто, что я могу сказать. Теперь монеты будут тратиться именно на двух вот этих персонажей. Отлично. С жетонами все намного, ребят, сложнее. Намного сложнее, потому что персонажей дофигища, как ты видишь. Очень много неоткрытых. Точнее, ну как, неоткрытых, но я имею в виду
не прокачанные на 5 звезд. Особенно вот эти вот кролики, которых нужно, извини меня, кормить 830 жетонов только лишь за 3 ДНК. Ты сам представляешь, да? Как это дофигища. Ну, это все будем мы делать после того, как прокачаем нашего Пита. Я уж не помню, по-моему, он перейдет у нас в золотой ранг, насколько я помню. Потому что в данный момент он находится, по-моему, в серебре. Мне, конечно, несложно посмотреть. Да, друзья мои, он находится в серебре, и нам нужно его перевести в золото. Да и вот этих охламонов, в принципе, как бы тоже нужно перевести. А то сколько мы играем, а они до сих пор в серебряном ранге. И это не дело. Ну что, ладно, отвлеклись чуть-чуть. Так что давай дальше пробивать с тобой турнирную арену. Наша цель сегодня — дойти до Лиги Мастеров, топовое место занять. И, как говорится, будем пытаться. 13 откатов. 13 откатов. Ничего страшного, ребята, у нас есть с вами доллары. Мы можем докупить откатов. Так что волноваться по этому поводу не стоит. Так, ну что, влупляем. Естественно, Супер Шреддер делает свои шипы. Неплохой показатель по урону. Ну и Армагон, естественно, тут уже всех завалит. От него, как говорится, тут не уйти. И смотрим, какое мы с тобой занимаем место. Я думаю, где-то 80-е, наверное, будет. А, 80-е уже, тогда 73-е. 70-е даже, хорошо. Давай, наверное, возьмем вот этих вот гавриков. Армагон. Возьмем Бакстера Стокмана. И вот так. Ребят, хватит писать в комментариях, что Бакстер муха топ. Никакой он не топ. А мне уже ребята написали, кто он такой. Что это за Мухин. Мухич. Он будет у меня, как и Кирби, наверное, самым последним прокачиваться, скорее всего. Ох, ёк-макарёк, это что такое было? Эй-эй-эй-эй, тихо. Как-то... Бакстер, ё-моё, вот кто подводит меня, ребят. Здесь меня чуть было не сфейлил Бакстер, потому что Паукус, я еще удивлен, что он выдержал удар. А какого он? Он 61 уровня, ты прикинь? Муха, я думаю, что вообще упала бы, распласталась, заплакала, и мы бы с тобой получили бы, естественно, меньше кубков. А я в этом не заинтересован. Да, молодец Паукус, конечно. А вот Бакстер не молодец. Так, ну что, берем с тобой опять Армагона. Берем с тобой, наверное, здесь все-таки Супер Шреддера. Не хочу рисковать. Раз, два, три. Вот так вот. Эта команда, естественно, неудержимая. Можно ее так сказать. Неудержимая, непобедимая. Потому что здесь Супер Шреддер и Бакстер. Армагон знает свое дело. Против них лучше, конечно же, тут не бычить. Так, ну что, делаем добивочку с тобой. Вот и все. Делов, как говорится, на копейку. Ну и что же, двигаемся дальше. И занимаем сейчас с тобой, наверное, 50-ю позицию. По моим прогнозам. Так точно, 50-я позиция. И, грубо говоря, нам еще нужно с тобой сделать 5 боев. У нас как раз 10 откатов. Этого нам достаточно, чтобы сделать те самые 5 боев. Из учета того, что мы будем с тобой постоянно забирать именно двух персонажей из отката. Но также не забывай, что мы можем сделать, например, Супер Шреддера, а вместе с ним поставить Змейка Вьюна, кто у нас там еще, Ванька Стиранка и остальных. Тогда мы сэкономим на одном откате. Это на всякий случай, если у нас пойдет что-то не так. Если нам, например, сейчас перекинут не 10 ступенек, а, предположим, 8. Тут уже надо будет немножко призадуматься, да? То есть я хочу как бы уложиться в наши откаты, не тратя бакинские. Вот что. Так, смотрим. О, отлично, даже 39-й. То есть мы с тобой получили не 10 ступенек, а уже 11. В общем, круто. Так, берем с тобой опять же Армагона. Берем Супер Шреддера. Здесь, наверное... Ладно, этих трогать пока не буду. Отыграем вот этими. Погнали. Ну-ка, ся. Поехали. Супер Шреддер сейчас, естественно. Неплохо он дамажит, очень неплохо. И Армагон тут уже на подхвате. Тыч. Одной тычки достаточно, чтобы они отдуплились.
Ну что же, а мы с тобой, как всегда, двигаемся дальше. И остается нам совсем-совсем немножечко, чтобы занять топовое место. Два поединка, наверное, да? Нет, скорее всего, три. Но мы в этом раунде, опять же, получили 11 ступенек в плюсе. Так что отлично все. Можно даже, наверное, немножечко, ребята, расслабиться и все-таки сыграть одним супершредером. И в придачу к нему дать полуимбовых наших персонажей. И они, поверь, не справятся. Но если даже не справятся, у нас все равно есть с тобой маленький запасик. Погнали. Тыч. Отлично. И добивка от нашего Армагона. Все. Великолепно. Но опять же есть определенный риск. В плане того, что если мы, например, возьмем с тобой Супер Шреддера, и он промахнется именно с постепенным уроном, нам тогда будет не сдобровать. Но можно все-таки рискнуть, наверное, да? Смотри. Была 28-я позиция. Дали 23-ю. Почему 5 ступенек всего пролетели? Вот с какого перебуга? Вот этот называется, ребята, форс-мажор, где нам действительно придется что-то придумывать. А придумывать нам придется с тобой следующее. Возьмем Супер Шреддера. Возьмем вот этих вот ребят. Так, Донни, не знаю, пока, наверное, не будем. Возьмем Рафаэля и... Блин, и, наверное... Железноголова. Вот эта команда, по идее, не должна проиграть, даже если мы сразу с тобой кого-то здесь не бомбанем. Но все-таки Супер Шреддер. Ага. Повышаем себе шанс на выживание с помощью уклонения. Теперь действует Супер Шреддер. Постепенно урон, надеюсь, повесит. Вообще круто бомбанул. Ты сам прекрасно видишь. Так, минус. Что Леонардо сделает? Хороший удар. Так, отделает отхил, отлично. А если бы он пошел в атаку, например, да, он бы мог, например, моего Майки завалить. Ну, а так он фейлится. Все, друзья мои, это я сделал ответочку за то, что они меня накололи. Они меня обманули, дали всего лишь 5 ступенек вместо 11. То есть, поэтому я потратил всего лишь один откат, дабы компенсировать вот этот вот пробел. Смотри, 8 место, отлично. Так, я возьму, пожалуй, наверное, попроще, наверное, взять вот эту команду. Вот, тихо, нет. Вот, блин, нет, тут Карайка. Надо брать тех, у кого очень маленькая инициатива. Давай возьмем, наверное, вот эту вот команду. Берем, подожди, не то. Берем вот так. Раз, два, три, четыре. Есть определенный риск, ребята, есть. Но опять же, вся надежда на нашего Супер Шреддера. Одни черепашки в команде, офигеть. Ну-ка. Очень-очень великолепно, друзья. Ну вы сами видите, да, что у него получается. Мы с тобой, наверное, бомбим вот сюда. Теперь пробивным Рафаэля. И остается Лео. Но он будет массовую, да, делать? А нет, он повышает себе атаку. Или скорость, да. Тогда делаем вот так вот. Все. Ну что, я думаю, что сейчас мы с тобой занимаем топовое место. И, в принципе, цель сегодняшней серии выполнена. Ну-ка. Да, ребята. Я нас с этим поздравляю. Субботний, как говорится, денек. Он прекрасен. Первый ранг. В магазинах пустота. Мы с тобой уже все, что могли, собрали здесь. Откаты и тому подобное. В предметах, как ты видишь, ничего нету. Здесь пусто. Нам нужно будет с тобой... Кстати, пиши в комментариях, кого будем все-таки открывать первым. Шинигами? Ну, не открывать, я имею в виду прокачивать. Или же классического Шреддера. Ну, по жетонам все ясно. Пит, как говорится, вне очереди. Так, поднять уровень персонажа. Погнали. Так, мы с тобой накопили 16 тысяч, да, у нас есть. И морозильная кошечка. Давай, родная. Раз, два, три. Хотелось бы, конечно, 55 уровень иметь. Кругленькую, как говорится, цифру, но не хватает мутагена. Все, все, ребята. Можно идти спокойненько и отдыхать. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.
жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всяк умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.